Хочу пожелать всем удачного старта, хорошего финиша, ну и прекрасного настроения. С наступающим праздником, дорогие женщины. Спасибо. 8 марта. Приморские лыжники закрыли сезон. Заключительный лыжный марафон прошел в селе Дмитриевка Черниговского района. Перед началом соревнований губернатор края Олег Кожемяка выступил с приветственным словом. Лыжный спорт в Приморье состоялся, набирает обороты. Мы видим, что с каждым годом все больше и больше лыжных трасс вводится. Все больше и больше спортсменов интересуются лыжным спортом, завоевывают определенные места. Вот. У нас в этом году, наверное, уже около 100 тысяч любителей лыж занимались этим прекрасным видом спорта. В марафоне участвовали профессионалы и любители зимнего спорта из разных городов и районов края. Лыжники преодолевали различные дистанции в зависимости от возрастной группы и уровня спортивной подготовки. Как отметил глава региона, с каждым годом в забеге участвует все больше представителей молодого поколения. Мы сегодня видим, сколько много молодежи участвовало в забегах на различные дистанции. Насколько это важно для будущих поколений быть здоровыми, сильными, продолжать развивать нашу страну, делать все, чтобы она была сильной и независимой. Все марафонцы удостоились заслуженных наград, как и участники акции «Лыжня Приморья. Регистрируйся и побеждай». Напомним, она действует в регионе по инициативе губернатора. Для награждения приглашается Устюгов Игнат Романович, победитель возрастной группы 6-15 лет, город Дальнереченск. В Приморье успешно реализуется региональный проект «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Правительство края активно модернизирует спортивную инфраструктуру для развития массового спорта в регионе. Ирина Шилина, Яна Коган. Новости на восьмом.